Казе обратился в Твиттере с просьбой к пользователям Binance, крупнейшей в мире бирже криптовалют по объему торгов, проявлять осторожность при работе со своими счетами. В частности, Казе попросил пользователей использовать YubiKey для управления своими учетными записями. YubiKey – это USB-устройство, которое обеспечивает безопасный доступ благодаря поддержке функции одноразового пароля, что делает практически невозможным взлом аккаунта. Совет от Джастина Сана. Джастин Сан, основатель Tronant, исполнительный директор BitTorrent, предоставил аналогичные советы для своих пользователей. Сан в твите призывает пользователей выбрать метод двухфакторной аутентификации, 2FA, для входа в свою учетную. Полный текст читайте на сайте cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео.